помоги. Что у него там такое? Ясно же, секс-берлога. Поэтому он тебе и не рассказывал. Надеюсь, что секс-берлога, а не что-то еще. Он страдал от одиночества. Боже мой, это ж травка. Куча засохшей травки. Это многое объясняет. Смотри, у него тут кассеты. Dawn of the Wolf. Smash Brandy Scooch. Это... порнух. Интересный выбор, Юджин. Дина, это маска, чтобы травку курить. Какой же он был умный. О, неплохо. Она не сгнила? А травка может? Проверим. Не можешь открыть? Все, я могу. Срань. Дай-ка сюда. Ну-ну, будто у тебя выйдет. Ну да, тут. Ага. Ты совсем долбанутая? Ну, открыла же, да. Нормально. Ладно. Мы ведь все равно тут надолго.
Безусловно. Можно тебя спросить? Ну, давай, рискни. По 10-бальной шкале. Где 1 — полное отстойще, а 10 — это верх блаженства. Как бы ты оценила тот наш поцелуй? Зачем поднимать эту тему? Ты сказала, это ошибка. Я так сказала? Что ты делаешь? Я прошу тебя дать оценку. Не знаю. По-моему, 6. 6? Да. 6 без минуса. Ну да. Вокруг было много народу. Да, но 6. О, а что? Теперь мне правда интересна твоя оценка. Лучше не знать. Как же ты бесишь. Кто бы говорил? Уж лучше мерзнуть снаружи, чем сидеть тут с тобой. Тебя никто не держит. Шестерка меня не устроит. Сюда, идем!
норме? Ага. Откуда набежали эти твари? Неважно. Другой. Да, лучше не придумал. У тебя ствол есть? Ага. Надеюсь, стрелять ты умеешь. Смотри, не отставай. Надо предупредить наших. Вернемся, проведем зачистку. Да, если выживем. Следи за окнами. Надо идти! Быстро к двери! Джоэл, тебя как зовут? Эбби. Эбби, ты в порядке? Да. Они прорвутся. Нужно уходить. Не бежать же от них до Джекса. Надо забаррикадировать дверь. Томми, нельзя здесь оставаться. У лошадей не хватит сил, мои чтобы... Мои друзья в доме к северу отсюда. Он огорожен, там можно держать оборону. Особняк Болтонов. Это вариант. Ладно. Я открою. Так, поедешь со мной. Давай. Пойдем! А этот откуда? Когда мне было 12,
Я нашла скейтборд. О-о. Попыталась на него встать. А он из-под меня как выскочит. Ну, а шрам-то откуда? Упала на свой нож. Ладно. Химический ожог. Это я сама. Зачем? Скрыть след укуса. Вот здесь. На меня напал зараженный. Мне было 14. И оказалось, я иммунна, так что остался только круг от зубов и рубцы и... Ау! Иди к черту. О, эй! Я же тебе рассказала правду. И я тебе рассказала правду. Тебя укусить? Ты слышала? Есть Джесси? Черт. Только не заходи, ладно? Стой! Подожди, пожалуйста! Что? Да отвернись ты! Что ты делаешь? Вы издеваетесь? Ты должна быть в патруле. Но там же пурга. Это травка? Зачем пришел? На тебя рассчитывают, понимаешь? У нас важная задача. Тогда почему ты не в опорном пункте? Потому что Томми и Джоэл не пришли. То есть как? Мы их час прождали. Я искал их лошадей и увидел здесь свет. Может, они в город вернулись? Без всякой замены? Нет-нет. И большую площадь ты уже осмотрел? Не очень. Разделимся. Пойдем с разных сторон. Прочешем все за считанные часы. Не хочу, чтобы ты ехала одна. Мы не знаем, что там. Именно. Вдруг им нужна помощь. Ладно, я на запад, Дина на юг, ты пойдешь с востока. Но действуй разумно, хорошо? Да. Спасибо. Ага. Можно с тобой поговорить? Ты хочешь снять седло? Нет, нет, все в порядке. Мы просто переждем бурю и уедем. У вас тут есть щетки или полотенца? Тебе чертовски повезло. Не представляешь, как. Как ты сюда электричество провели? Ты где вообще была? У нас на крыше солнечные батареи. И кто все эти люди? И давно вы здесь? Еще со вчера. Со вчера? Да. И что ищете здесь? Просто проходили. А вы тут живете? Ну да, в паре часов пути. Может, пойдете с нами, наберете припасов в дорогу. Да, спасибо. Меня зовут Мел. Томми. А это мой брат. Джоэл. Вы что, слышали о нас? Да, слышали. Держите второго!
штучки. Тащите его к стенке. Томми! Отцепитесь! Отвалите! Пута мадре! Джоэл Миллер. Ты кто? Угадай. Почему бы тебе не произнести заготовленную речь и покончить со всем? Перевяжи ему ногу. Ну же! Не вздумай дернуться. Черт! Твою мать! Отойдите. Тупой старикан. Я спешить не буду. Спуститься. Тихо. Только бы ты был в порядке. Джоэл! Томми! Вижу. Джоэл! Томми! Откуда идет звук? Джоэл. Черт. Отпустите его! Кто это? Отпустите Она пробралась! Его! Почему не было постов снаружи? Мы не думали, что кто-то появится! А чего вы ожидали? Надо уходить, пока за нами не бросился весь город. Все, хватит. Ты хочешь того же, что и я? Заканчивай. Быстро. Джоэл, вставай. Вставай, твою мать! Прошу, не надо! Не убивайте! Джоэл, вставай! Нет! Нет!
Я вас всех убью! Нет! Привет. Привет. Я посижу, можно? Да. Мария хочет, чтобы ты поела. Она нас не остановит. Если захватим всех, кто нам нужен, чтобы справиться, Джексон останется без защиты. И что, мы их просто отпустим? Никто не хочет этого. Да, но так получается. А если снова нападут охотники? Это твои слова или ее? Нет, это довод. Если бы убили одного из нас, Джоэл был бы уже на полпути к Сиэтлу. Нет, не был бы. Абсолютно точно был да, бы. Мы даже не уверены, что они из Сиэтла. Вашингтонский освободительный фронт. Ты сказал, это было на нашивках. А вдруг они украли куртки? Тогда... Вдруг Вов уже не там? Чего ты добиваешься? Знаешь что? Я завтра ухожу. Если хочешь, со мной пойдем. Ты не представляешь, на что идешь. Ты не знаешь, сколько у них людей, оружия. И мне пофиг. Ты меня не отговоришь. Дай мне денек поговорить с Марией. Ладно. Хоть кого-то она отпустит. А если нет? Ну, я что-нибудь придумаю. Всего день.
один. Ладно. Хочу зайти в его дом до нашего ухода. Надо кое-что забрать. Хорошо. К лошадям не пробраться. Кажется, одну забрал Томми. И Мария велела закрыть конюшню. Томми, твою мать! Может, по пути что-нибудь подвернется. Машина, лошадь, что-нибудь. Ладно. Теперь все растянется намного дольше. Ну, значит, будет дольше. У тебя еще есть шансы отказаться. Я знаю. Не хочу, чтобы ты думала, что должна. Элли. Ты пойдешь, и я пойду. Вот и все. За рюкзаком. Он у восточных ворот. Я его там заранее припрятала. Что тебе нужно, я принесу. Я сама. Ладно. Все нормально. Идем. Я здесь подожду. Спасибо.
Что-то случилось? Мария, я ушел в Сиэтл. Хотел бы не уходить, но не могу. Эти люди должны понести наказание. Элли попытается пойти за мной, останови ее. Отбери пушки, запри лошадей и ее запри. Выиграй для меня немного времени. Люблю тебя, Томми. Его там просто убьют. Он должен был взять меня с собой. А ты не дала нам людей пойти за этими скотами. Я не могла. Попытаешься меня запереть? Лучше б ты осталась. Черт, с два я останусь. Лучше б ты осталась, но я тебя знаю. Ты пойдешь с ней? Да. То есть просто возьмете и уйдете? М? Да. Пешком? Да. Я сказала в конюшне дать тебе одну лошадь. И патроны возьмите. Спасибо, Мария. Просто сделайте одолжение. Верните моего дурака мужа домой живым. Конечно. Ну ладно. Идите, а то скоро стемнеет. Охотник держал его и топил, а Джоэл не дотягивался до пушки. Боже, ты испугалась? Я вообще не думала, просто